Моя история началась с моего сложного появления на свет, скажем так, которое никто не планировал. Моей маме было 19 лет, когда она узнала о том, что она беременна мною. Жили они в тот момент худо-бедно в однокомнатной квартире, которую моя бабушка получила от радиозавода, потому что она там работала там больше 40 лет на тот момент. И она выставила ее за дверь. И моя мама вынуждена была где-то 2 месяца скитаться непонятно где, непонятно как вообще выживать. Бабушка простила, скрипя сердцем, приняла маму обратно. Ну и как-то вот начали мы жить, не дожить. А спустя 2 года, это был 89-й год, мама вышла замуж. Но из-за того, что она молодая, ей как-то хотелось еще пожить и как-то свою жизнь выстраивать, в общем, меня доверили на попечение бабушки. То есть и вот с 2 лет примерно я жила у бабушки в однокомнатной квартире. Периодически, конечно, мы виделись с родителями. Родители у меня неверующие, то есть вообще полное отрицание вообще Бога, либо какой-то, в принципе, вообще высшей силы, что мама, что бабушка, что отчим, я его стала называть папой, потому что мне было 2 года, когда мы с ним вот подружились, скажем так. И, соответственно, учитывая, что я жила у бабушки, виделись мы с родителями редко, и когда виделись, это в основном были какие-то скандалы, потому что папа работал у меня фрезеровщиком, ну, таким разнорабочим, разные были такие рабочие специальности, и все, что зарабатывал, в основном тратил на выпивку. Вот. А мама из-за того, что я появилась рано, из-за того, что не было возможности получить нормальное образование, работала санитаркой, по сей день это тоже не изменилось пока. Вот, поэтому нашим кормильцем в семье была моя бабушка, которая работала просто круглый день постоянно, практически там бывает даже 2 смены работала без выходных, без перерывов, приходила никакая, но мы, по крайней мере, могли как-то выживать. Вот, и в тот момент у меня уже такая появилась мечта, думаю, когда я вырасту, в моей семье будет все по-другому. У меня точно, думаю, будут возможности для моих детей, знаешь, для себя сделать и иметь возможности приобрести все, что мне как минимум нужно, и дальше уже как мне хочется, и помогать тем, кто в этом нуждается. Что было далее? Дальше, ну, я училась, соответственно, в принципе, даже неплохо мне давалась учеба, без каких-то там репетиторов, вот, и учусь я, это был 8 класс, и среди моих друзей, ну, у меня были, скажем так, разного рода люди всегда в окружении, и несколько человек в школе, они всегда привлекали мое внимание. То есть это такие лидеры мнений, на которые так смотришь свысока и думаешь, вау, круто, да, у нее другая семья, у нее другие возможности, она вся такая на стиле, такая интересная, интеллектуальная, думаю, ну мне вообще до нее как бы далеко, и, наверное, думаю, я никогда не смогу быть в таком окружении, ну, с такими людьми. В общем, проходит год, проходит лето, мы встречаемся опять нашим классом, и я смотрю, это человек, который так сильно привлекал внимание только мое, вообще, наверное, всей школы, такая элита, мне кажется. Я смотрю, она просто очень сильно поменялась вообще в своем поведении, в своем образе жизни, в своем отношении. То есть вместо вот таких вот сногсшибательных просто матов вообще стала совсем другая речь. Такая стала более скромная, более сдержанная, внимательная. И, ну, просто вообще человек небо и земля. И я на протяжении, наверное, полугода просто наблюдала и думаю, боже, вообще, кто это, что это, что могло так повлиять на этого человека? Я думаю, мне просто стало любопытно. Но как-то, учитывая, что у нас разный круг сложился, то есть я как бы не пересекалась, у меня были свои друзья, с кем мне было комфортно и весело, и у нее был свой круг. Но однажды мы шли вместе со школы, так получилось, что она переехала, ее зовут Алена, кстати. Алена переехала в другой район, и ее дорога на остановку шла через мой дом. И мы как-то идем, так получилось, вместе. Она говорит, Крис, ты где живешь? Я говорю, ну вот, вот мой дом, как бы я пришла. Говорит, а хочешь, тебе как бы расскажу такую историю вообще про себя? Такое, ну рассказывай. И она говорит, ты знаешь, ну, я говорю, я вижу, что ты как-то изменилась за последнее время. Говорю, это как-то дико и очень странно. Это сейчас я так говорю красиво. Раньше я по-другому, конечно, выражала свои эмоции. В общем, она говорит, да, я изменилась, говорит, на самом деле, говорит, я поверила в Иисуса. Я, говорит, хожу в церковь, и это радикально изменило вообще мою жизнь, мой взгляд на все вещи, и теперь я знаю Бога лично. Я такая, да, думаю, привет, вообще, мы приехали, думаю, что-то очень странное, думаю, такого я точно не ожидала услышать вообще.
Ну и дальше мы идем общаемся, она мне рассказывает, что она находится в служении и прославлении, что они там играют на барабанах, что у них молодой пастор, у которого есть дети, а для меня вообще как-то церковь и секс, и дети, вещи вообще были никогда как-то несочетаемые. И она просто говорит, а у меня, ну, просто мозг взрывается вообще от такой информации. Я думаю, вообще просто, где Алена, где церковь, вообще как это просто может выглядеть? И она еще говорит, на барабанах, я представляю, что это какое-то темное помещение, там люди в мрачном, и там стоят, им играют на барабанах. Потом она говорит мне фразу, что мы еще молимся на языках. Я такая, что, вообще карабахаю, как бы? Она, откуда ты знаешь? Я такая, о боже, я просто предположила, а это, оказывается, так и есть. Ну, в общем, все мне было дико странно, но, несмотря на эти странности, я поняла, что я знаю ее до и после. И я вижу просто, что это вообще совершенно новый человек, который, как минимум, меня вызывает интерес вообще. Что с тобой? Кто с тобой сделал, что ты стала настолько другой? И она меня приглашает на служение в ближайшее воскресенье в церковь. А помню еще, что-то у нас не работали троллейбусы. Короче, нам пришлось опоздать, и мы шли, наверное, часа полтора на собрание. Алена мне что-то там рассказывала, мне что-то открывала Библию, но я этого, из-за этого вообще практически ничего не помню. А помню вот самый первый момент, когда мы заходим, ну, как вы знаете, часто протестантские церкви, они нарядуют помещения, мы собирались на базе такого дворцового комплекса в городе Барнауле. Мы заходим туда, и я просто вижу другую атмосферу. Я вижу, что это совсем другие люди. Они здравые, адекватные, но при этом они какие-то счастливые, такие радостные, незамороченные, такие открытые, все улыбка на лицах. Алена меня бросает, говорит, мне нужно на репетицию, вот, говорит, тебе Зоя, общайся с ней. Я общаюсь с Зоей, Зоя такая светится просто от счастья, какой-то любовью просто излучает. Я говорю, что с тобой? Почему ты такая вообще? Но я всегда такой открытый человек, и по сей день тоже такая же. Она говорит, да ты знаешь, говорит, просто чувствую Божью любовь, Иисус меня любит. Надеюсь, она сейчас так же говорит, такими же словами, ничего не изменилось в своей жизни, мы не поддерживаем пока отношения. Но меня это так цепануло. Потом началось служение, я смотрю, много молодых людей вообще, которые играют, поют, там, танцуют. А потом пастор, который говорит такие здравые, какие-то серьезные вещи, я тоже не помню о чем. Но когда я вижу мужчин, которые говорят что-то такое по делу, меня это всегда как-то цепляло. Я говорю, вау, у вас, говорю, пастор такой здравый мужик, говорю, здорово. И, в общем, наверное, первое мое решение как-то присоединиться вообще к этой общине, это было такое, потому что мне просто понравилась атмосфера, люди, наверное, культура, ну и такая тусовка молодежная, потому что мне было тогда 15-16 лет, и так мне это было важно и интересно. Вот, я вышла на сцену, произнесла молитву покаяния, ничего со мной не произошло, меня все начали обнимать, целовать, поздравлять, я не понимала, что такого случилось, начали занимать что-то денег на проезд, там что-то 2 или 3 рубля мне кто-то добавлял, это было очень прикольно. Но на следующий день буквально, или через неделю в школе, мы с Аленкой учились вместе в одном классе. Мы с ней общаемся, я говорю, слушай, Алён, говорю, у меня как-то тут нос заложило, я говорю, я чувствую, что это у меня гайморит, и у меня не первый раз в жизни уже такая ситуация, и я дважды лежала в больнице, там мне прокалывали левую и правую сторону, и я думаю, я знаю, что это такое, поэтому я говорю, слушай, буду готовиться в больничку. Она говорит, Кристин, ты чё? Говорит, Иисус тебя исцелил уже, ты что, не слышала? Пастор об этом говорил в прошлое воскресенье. Ну, как бы Иисус исцелил, ок, а как это на меня вообще сегодня влияет? Ну, я, ну, исцелил, ну, классно, и что? Она говорит, ну, ты можешь сегодня принять это исцеление, поверить в то, что это возможно в твоей жизни. Я, хочешь, я за тебя, говорит, помолюсь? Ну, помолись. В общем, мы идем такие на перемене, заходим в туалет, и там еще одна подруга была наша, еще пока, которая не уверовала во Христа. И Алена просто положила мне руку на нос, начинает молиться. И я, во-первых, удивляюсь там ее каким-то словам, которые она говорит, потому что я тогда к Богу так вообще не обращалась и не знала, что можно так просто с ним разговаривать, так понятно. Но я прям почувствовала в тот момент, что что-то происходит. А мы выходим практически из туалета, а я понимаю, что я просто вся в каком-то холодном поту. Я так наклоняю голову и чувствую, что у меня вообще нет никакой заложенности. Никакой головной боли вообще, то есть я полностью могу просто дышать свободно, легко. И у меня просто шок от этой мысли вообще. Ну, все, кто переживал гайморит, так или иначе, на поздней стадии, он знает примерно какие-то ощущения, как это сложно, скажем так. Вот. Я выхожу из туалета и просто падаю на колени и говорю, Алена, Бог живой вообще, это правда. Я говорю, он реальный, он настоящий.
это не картинка, это не иллюзия, он живой. Она такая: Кристин, ты что? Кристин, успокойся, что происходит? Ну, то есть она была в шоке просто, она не ожидала того, что у меня будет такая реакция. А у меня просто настолько сильно меня эмоции накрыли. И, собственно, мы как-то это пережили. У меня не было потом ни одного симптома гайморита. После этого я ни разу не лежала в больнице. У меня, ну, был, конечно, такой легкий насморк, но всегда как-то за день-два просто он исчезает, и все. Потому что как только у тебя был гайморит или прокол, то есть ты периодически из года в год так или иначе все равно проходишь лечение в больничке. В общем, ну, это не моя история. Вот, это было первое такое чудо, когда я реально поняла, что Бог живой, что не на картинке, что это не просто тусовка, что это другие ценности, другой взгляд, это вера. И это повлияло на всю мою жизнь в тот момент. И спустя, наверное, 2 или 3 месяца я приняла Иисуса уже осознанно в свою жизнь со всеми отсюда вытекающими последствиями. Было сложно в плане семьи, потому что меня, конечно, не поддерживала ни мама, ни бабушка. Тоже говорили, что ты вообще как, не знаю, умрешь там старая дева, и вообще это не свойственно молодым девушкам, будет тебе там под 70 лет, тогда как бы и уверуешь. А я понимала, что я без Бога не хочу и не могу, что Бог — это вообще, это такая глубина, которая влияет вообще на всю твою жизнь, на все твое восприятие мира. Это тот, который просто источник, от кого ты черпаешь просто энергию, силу для того, чтобы тебе верить, жить. А у меня всегда были детские мечты по поводу своего какого-то угла. Я даже не говорю сейчас про какую-то квартиру или дом. То есть таких мечт у меня в тот момент не было. Мне все время хотелось приглашать себе больше людей, друзей, как-то общаться, делиться, их угощать. Но такой возможности не было, потому что я жила с бабушкой, и мы просто были ограничены в этом. Вот. Но впоследствии проходит время, и тоже я устраиваюсь на второе место работы уже в банковскую сферу. Работаю там полгода, и из-за того, что моя бабушка участница, блокадница Ленинграда, у нас появляется возможность получить сертификат и добавить там необходимую сумму. Можно было приобрести хорошую квартиру в Барнауле на тот момент. Так получается, что именно вот этих полгода достаточно, чтобы мне получить от банка необходимую сумму и приобрести квартиру, которая впоследствии там за 5-6 лет выросла в цене. И потом появляется возможность уже приобрести недвижимость какую-то здесь. И это на самом деле просто было Божье чудо, потому что в тот момент у меня не было никаких возможностей практически для этого. И когда я начала вообще этим заниматься, я постоянно наступала на свои страхи, и по сей день наступаю на свои страхи. Просто они с каждым разом становятся все больше, но при этом Бог дает больше сил, чтобы их преодолевать, все-таки делать и идти за большим в своей жизни. Вот, это один момент. Второе, я все время мечтала путешествовать, и мне даже где-то в 7 или 8 лет приснился как-то сон, что я стою где-то в центре Парижа, там Эйфелева башня, я пью там какао, такая наблюдаю. И думаю, вау, я прям хочу вообще пройтись по этим улочкам, где там творил Ван Гог и так далее, творил Пикассо и все великие художники. Думаю, это просто моя мечта. Но в тот момент, живя в Барнауле и вот, ну, в своем каком-то окружении, я вообще не верила, что это когда-то будет возможно. А когда переехала сюда, то есть Бог еще больше открыл двери. Ну, сами понимаете, когда живем в Питере, то есть Европа совсем близко, и Бог дал такие возможности и, наверное, такие способности мне организовывать путешествия для себя и для других, что я буквально в течение там 2 лет просто исколесила и побывала в 14 странах. То есть спустя вот 6 лет жизни в Петербурге это уже 27 стран, и я уже не только путешествую сама, то есть я помогаю пока своим друзьям, помогаю ребятам из церкви в организации миссионерских поездок, и я просто благодарна вообще Богу за каждый шаг, потому что я понимаю, что это вообще не моя сила, не моими способностями, и я не заканчивала никакого-то там образования и так далее. То есть просто Бог как-то дает мудрость и страсть, наверное, и желание помогать другим. Вот. За последние несколько лет моя позиция в банке тоже изменилась. Появилась такая руководящая должность, я стала заниматься направлением активных продаж и курировать несколько отделений в Петербурге, но в какой-то момент поняла, что это не совсем моя стезя, и подвела такой итог в своей жизни, поняла, что мне нужно перестроиться, заниматься все-таки тем, куда меня влечет мое сердце. А мое сердце сегодня меня влечет больше вдохновлять людей, больше помогать и делать какие-то более социально значимые такие полезные проекты. Поэтому 14 июня я уволилась из Райффайзенбанка, продала свою машину
инвестировала деньги в свой проект, который называется Open New Day, который сейчас активно мы ведем работу в интернете, не только. Обучилась на интернет-маркетолога, пытаюсь работать удаленно и помогаю своим друзьям и близким и за пределами. И очень благодарна Богу за мою жизнь, за то решение, которое я приняла в тот момент. Ни разу не было ни дня, когда бы я об этом пожалела. И слово, на которое мне Господь дал на мою жизнь, это «Я сотворил тебя для славы своей, и славу моей я не отдам никому». И я верю, что Бог еще больше и больше будет прославляться через мою жизнь, через моих детей и внуков.